Вы точно помните этот снимок. 2006 год. Путин целует мальчика в живот. Никита. Это Никита Конкин. Тогда ему было 5 лет. Сейчас ему 23 года. Издание «Можем объяснить» выяснило его судьбу. Он стал студентом военно-учебного центра при Рязанском радиотехническом университете. «Можем объяснить» нашел единственную фотографию повзрослевшего мальчика. Судя по ней, он сам уже проводит занятия и готовит студентов к войне. Правда, больше никаких подтверждений нет. Напомним, как бабушка Никиты описывала встречу внука с Путиным. Никита даже в душ идти отказался. Я предложила ему заклеить это место пластырем. Подписывайтесь на «Дождь».